Еще вчера студенты, а сегодня уже квалифицированные специалисты. Фельдшеры, медицинские сестры, зубные техники. Новоиспеченные медики собрались в городском доме культуры, чтобы получить документ, свидетельствующий об окончании студенческой поры и начале профессиональной деятельности. Сегодня настроение у меня прекрасное. Я заканчиваю прекрасное учебное заведение в своем прекрасном любимом городе. Настроение на ура! Я очень благодарна учителям, которые нас все это время обучали, влаживали в нас столько заботы, любви. И думаю, то, что мы оправдаем их ожидания, будем хорошими медиками, и вообще все будет отлично. Спасибо всем. Настроение сегодня отличное. Последний день, последний курс. Как бы уже все закончили. Колледж очень хороший. Как бы уходить не хочется. Сегодня просто замечательное настроение. Мы теперь уже специалисты. Идем во взрослую жизнь, будем работать, спасать людей. Ну, настроение просто замечательное. Правда, немного грустно расставаться с нашим любимым колледжем, которым мы провели 4 года. Церемония собрала полный зал зрителей. Гости, преподаватели, студенты. И, конечно, посмотреть торжественное вручение дипломов пришли самые близкие люди выпускников. Родители, сестры, братья, бабушки и дедушки. Настроение волнующее, рада за него очень. Он умничка, у меня его очень люблю. Вот большое спасибо учителям. Доволен, что закончил учебу. Вот. В этом году ему и в армию сразу идти служить. Вот. Взрослый уже мальчик, хорошо. Конечно, я рад, что заканчивает. Пожелать ей успеха в этот прекрасный день. Можно ею гордиться. Я горжусь. Как дочка. Волнуемся. Волнуемся очень сильно. Ну, радостные все равно. Молодые, красивые, полные сил, с улыбками на лицах и неподдельным волнением. Почетные места в зале заняли 139 выпускников. Именно такое количество специалистов среднего звена выпустил в этом году медицинский колледж. Жалко расставаться. Это каждый год вот такой у нас и грустный, и радостный праздник, но больше грустный, потому что большинство подавляющих выпускников хотелось бы, чтобы они, как это не парадоксально звучит, остались бы на второй год, то есть еще остались бы у нас дальше учиться. Ну, это, конечно, шутка. А вообще-то, если серьезно, то действительно радостно, и радостно, радость уже преобладает, потому что все-таки мы даем путевку в жизнь, кажется, билет на дальнейшее успешное, я надеюсь, плавание уже в жизни взрослого. Неизменный гость всех праздников выпускников медколледжа – главный врач Центральной районной больницы Ренат Жарков. Из его уст бывшие студенты получили не только поздравления с новым статусом, но и приглашение на работу. Поздравляю вас с окончанием медицинского колледжа. Мне отрадно и приятно работать в Лабинском районе, потому что здесь хорошая учебная база. Многие районы испытывают кадровый голод, но со средним звеном у нас относительно благополучно. Я вас всех приглашаю завтра к 11 к себе в кабинет, где мы проведем собеседование, и все вы будете трудоустроены по специальности и по отделениям, которые вы захотите. Всего вам доброго, хорошего настроения, здоровья, счастья, радости. Выпуск 2014 в Лабинском медицинском колледже знаменателен еще и тем, что дипломы в этом году получили 5 сестер милосердия. Это волонтерское движение в колледже появилось в прошлом году. Девушки в свободное от занятий время оказывали уход за тяжело больными пациентами в стационаре ЦРБ. Кстати, сестры милосердия участвовали в краевом конкурсе молодежных добровольческих движений. И среди 60 отрядов из всей Кубани работа Лабинского специалистами департамента молодежной политики признана лучшей. За бескорыстный плодотворный труд девушек поблагодарила координатор добровольческого отряда Наталья Кушнарева. Эти пятеро девушек в прошлом году сделали более 100 выходов в стационар. Я думаю, что в будущем эти студентки будут прекрасными специалистами, навсегда будут верны своей профессии, и мы еще не раз услышим об их трудовых достижениях. И, конечно, главная часть праздника – вручение долгожданных дипломов. Из рук директора медколледжа почти 150 ребят получили заветные дипломы, а вместе с ними – билет во взрослую жизнь, которая отныне будет связана с непростой, но очень важной для общества профессией. Татьяна Чистова, Игорь Исаков, телекомпания «Лаба».